Здравствуйте, друзья! Сегодня приготовим одну довольно известную настойку, которая корнями уходит в Советский Союз. Я потому что помню, что это делал мой дедушка, настаивал на мандариновых корках. Но тогда самогон был совсем другой, такой вонюченький дистиллят. Первые перегонки, естественно, никакой дробной перегонки речи не шло. Единственное, что символически отбирался там первые полстакана, и отсекание хвостов проводилось вот до тех пор, как говорится, беру, пока горит. Вот. И вот этот вонючий дистиллят надо было чем-то перебить, чтобы было более-менее приятно пить. Да? Но в большинстве своем сейчас у нас у всех довольно качественный самогон, чистый, не имеющий неприятного запаха. Но в то же время эта настойка, она остается актуальной. На литр самогона крепостью 42-45 градусов, тут по желанию, как говорится, потребуется засушенные корочки мандаринов. Именно корочки, не цедра, а вот видите, вместе с белой вот этой частью. От трех мандаринов. Дальше на кончике ножа ванилин и 1 столовая ложка сахара. Все это нужно смешать. Ванилина нужно совсем чуть-чуть. Хватит. Его много не нужно. Все, теперь это все дело мы закрываем крышкой и убираем в темное место на 2-3 недели. Можно на месяц. Так, ну вот что у нас получилось. Какой прекрасный цвет. Сейчас это фильтрую и бутылочку. И, наверное, пару дней в холодильничек. Потом пробовать буду. Ну, собственно, вот. Посмотрите, какой прекраснейший цвет, красивый. Разве это не прелесть? Ну что, давайте отведаю на вкус. Так, ну на запах давайте. Запах прям четко мандариновый, без намека на спиртовую агрессию вообще никак. Легкая-легкая ванилька чувствуется. Так, ну, давайте здраво будем. Ребята, здесь прекрасно все. Простая, старая настойка, но проверенная. Офигенный вкус. Ребят, к любому столу советую однозначно. Всем добра. Не забудь подписаться и поставить лайк. Спасибо.